Потому что если вы уходите полностью во что-то одно, то вы теряете что-то другое. Если вы уходите чисто в духовное, вам просто нужно стать отшельником и монахом, отказаться от мобильного телефона, от банковской карточки, от Ютуба, от всего отказаться. Взять сапоги и уйти в лес. И там молиться с утра до вечера. И питаться шишками. Но если